Я рад тому, что такой материал появился. Без сомнения, это первая такая ласточка, хотя она не получила дальнейшего развития. Но тут что важно, Скай проделал большую работу. Получил ответы из местных подразделений полиции о том, что русофобия здесь процветает. Но отнюдь не из всех отделений. В крупнейшее отделение, например, Метрополитен, которое охватывает Лондон, и хорошо оплачиваемое отделение своих данных так и не предоставило. Поэтому это все-таки, видимо, действительно верхушка айсберга. То, что случаи, насильственные случаи в отношении россиян происходят, это факт. Это побои, в том числе в школах. Это угрозы жизни, действительно. Это вот посылают белый порошок, в том числе. И здесь целый ряд случаев, которые хорошо известен. Но их много. Это следствие в целом ежедневной и системной антироссийской пропаганды, которую здесь насаждают средства массовой информации. Газета, радио, телевидение, то есть все они пишут один негатив. И, конечно, это влечет за собой последствия вот такого рода. В целом, с момента начала специальной военной операции на Украине количество таких случаев увеличилось как минимум вдвое. Но на самом деле их гораздо больше. Все это является, по сути дела, нарушением всеобщей декларации прав человека 1948 года, Международной конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года и целого набора документов Совета Европы, Евросоюза и так далее, которые, в общем-то, защищают права человека. Это есть расизм, без сомнения. Мы никакой неофициальной реакции, неофициальной реакции не видели и последствий не видели. Но, тем не менее, мы через свои возможности, через социальные сети, через другие достаточно ограниченные возможности, которые у нас имеются, мы будем делать все для того, чтобы защищать наших соотечественников, россиян, которые попали здесь в сложное положение, и, конечно же, требовать расследования всех вот этих случаев, а не только единичные, которые попали в прессу, расследование, доведение до конца этих расследований и придание гласности их итогов. Такие жалобы поступают и от индивидуальных лиц, и от организаций. Чаще всего они связаны действительно с проблемами, которые возникают с банками, закрывают счета, не возвращают деньги. Если вы помните, в свое время Евросоюз вводил некие лимиты на то количество денег, которые могут располагать россияне. Они остались как-то некодифицированы, но тем не менее некоторые банки продолжают действительно оперировать вот этими ограничениями, которые были установлены, и деньги не выдают. Отказываются работать совместно с людьми. Часто бывают угрозы в адрес бизнесменов наших. Здесь их небольшое количество все-таки сохраняется. Либо же просто тех организаций, которые как-то связаны с Россией, связаны с Москвой. Вот, они получают также угрозы и требования закрыть свой бизнес или закрыть свои связи. Такие случаи я знаю. Есть случаи и с артистами, которых заставляют давать подписки, либо не принимают на работу. Также мне хорошо известно, ну, со спортсменами это понятно тоже.